Всем привет! Очередная распаковочка на моем YouTube-канале. И как всегда у меня на обзоре призы и подарки, которые я выиграл за монет AliExpress. Сегодня у меня 5 посылочек. Одна большая и 4 маленьких. Давайте начнем с большой. Эту посылочку я не выиграл, ее купил для бизнеса. Здесь домофонные ключи. Сейчас посмотрим. Должно быть 100 штук. Черного цвета, да. Так, запечатанная упаковочка. Ну, давайте я ее вскрою все-таки. Просмотрю маркировку. Маркировка должна быть РВ-1990. Да, все верно, смотрите. Такие ключики перезаписываются. Но они не подходят для домофонов с маркировкой 2000. Уберем их в сторону. Следующая посылочка. Я не знаю, что здесь, даже не смотрел, не читал. Интересно. Да сколько их тут? А, все, понял. Смотрите. Это вот такие вот наклеечки на стеночку айфона приклеиваются, на рамку, окантовку. Видите, здесь вырезы под кнопочки есть. Защитные наклейки, в общем, как на дисплее, только по бокам клеятся. Потому что я слышал, что на новых айфонах стирается краска сбоку. А еще говорят, то, что они царапаются. В смысле, руки царапают, острые. И тут салфеточки. Так, раз, два, три. Ничего себе, по 3 штуки. На 3 айфона хватит. Я, кстати, таких несколько штук выиграл. Скорее всего, он в одной посылке все отправил. А возможно, мне сейчас еще такие же будут. Давайте распакуем остальные, посмотрим. Так, здесь у нас что? Что-то маленькое. А, все, понял. Это на часы ремешочки. Ну, чтобы как вот заправлять туда лишний ремешок. Ерундовина, короче. Ну, написано, что она из кожи, но черт его знает. Скорее всего, заменитель. За 1 цент не жалко. Хотя я бы, наверное, не купил. Схватил, что попалось под руку. Тут у нас что? А-а-а, все, прикольно, прикольно. Здесь, смотрите, ушки, заколки, кошачьи ушки. Так, аккуратненько разрежу, чтобы не повредить. Прикольно. На себе я показывать не буду. Мне не идет розовый. Вот такие вот заколочки. Ну, для детей это, для девочек. Кому-нибудь подарю тоже. Уберем их в сторону. И последняя посылочка. Что здесь интересно? Здесь, скорее всего, вот такие же наклейки. Потому что я помню, что я их много выиграл. Да, точно такие же наклеечки, смотрите. А может, на другую модель? Нет, скорее всего, то же самое. В общем, такие вот наклеечки. У меня айфона нету, поэтому буду продавать их. Я не знаю, почем их можно продать. По дешевке, скорее всего, отдам. Нафиг они мне нужны. А если вы также хотите покупать за монеты AliExpress за 1 цент, то у меня есть для вас подробная видеоинструкция, как это сделать. Ссылочку на видео оставлю в описании. Пробуйте. Всем удачи!